الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وجاي ماي لبي ماي براتيا بيسني يس الله سبحانه وتعالى بس дал такой подарок своему рабу, то, что он может прощать других, то он на великом, на благом деле. И его путь, который этот путь его ведет по этой жизни, ведет его в вечную райскую обитель.

Чем больше ты приближаешься к Аллаху, тем ближе ты к краю, ближе к довольствию, к раю Всевышнего Аллаха. Когда мы читаем аяты Корана, где Всевышний говорит,

И говоришь, Рабби, Я перед тобой, о мой Господь, что ты хочешь от меня? Ты ко мне обращаешься. И в этот момент любой разговор, любой, когда ты что-то много повторяешь, надоедает, кроме Корана. Кроме Корана, где Всевышний в одном из заятий, который мы часто повторяем, сказал, Ва -инна -каля -аля -хулукин Поистине ты, Мухаммад, на великим нраве. Поистине у, нрав. Поистине у тебя великий нрав. Поистине у тебя великий нрав. И вот, братья мои, احد انراف ما هو هذا الله بن عمرو ابن عاص رضي الله عنهما انه قال في صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفى بروكه محمد صلى الله عليه وسلم قال ليس بغض ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق ولا يدفع سيئة بسيئه ولكن يعفو ويصفح اخرجه البخاري يصفه عبد الله بن عمرو بن عاص قال: بروك محمد صلى الله عليه وسلم" у него не жесткое сердце. Он не жесткий. Он не, себя не ведет плохо на рынках, когда человек в суете на рынке, оттолкни этого, оттолкни этого. Нет, он себя спокойно ведет на рынке. На зло он не отвечает злом. Однако он прощает. Однако он прощает и мерится. Вот это ахлак пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва укбад амир аль-джухани, кал, каль,

Мне что делать? Ты не, не общаются, ты поздравь их, когда у нас йому ты навести их, они тебе, ты с первой салям дай, друг твой, брат твой, ты сам начни поддерживать с ним отношения, потому что ты это делаешь ради Аллаха Субхану ты именно харамак, тот, кто тебе отказал, ты ему даешь. Бывает, человек пришел кому-то, это дуня это колесо истории. Пришел один брат к другому и говорит, я у него попросил 10 лет назад, у меня была там одну сумму в долг, было тяжелое помоложение, он мне отказал, сейчас поменялись дни, он ко мне пришел, обратился, вот в этот момент дай ему, не отказывай ему тому, кто тебе отказал. И прости того, кто тебя притеснил. Прости того, кто тебя притеснил. Пророк Мухаммад поднялся на мимбар и сказал, «Ирхаму, турхаму, проявляйте милость, Аллах проявит к вам милость». Ягфир Аллаху лакум, Ахмед». И прощайте, прощайте. Тогда Аллах, Субхану Ва вас простит. Тогда Аллах, Субхану вас простит. Как будет прекрасный день, мой брат, когда мы встанем перед Аллахом, Субхану Ва и Аллах скажет, «Я простил тебя за то, что ты простил своего брата. Я простил тебя, заходи в рай, заходи в джанна. Как мы будем нуждаться в этом?» А придет этот день, никуда этого не сбежать. Придет день, когда мы последний раз посмотрим на небо. Придет день, когда мы последний раз встретим утро. Придет день, когда мы последний раз встретим ночь. Все это придет. Придет день, когда нас на носилках вынесут из этого дома Аллаха, из мечети, после салата джанази и положат нас в могилу, где мы останемся наедине с Аллахом. И вот эти качества помогут нам с милостью Аллаха получить довольство Аллаха и зайти в рай. Так в итоге ради чего мы живем? Ради чего мы живем? Ради этой дуни, чтобы здесь спорить, здесь ругаться и так далее, и уйти, и все, чтобы человека плохо вспоминали. Мы живем ради того, чтобы заработать довольство Аллаху. Поэтому мы должны чуть-чуть потерпеть, где-то свое «я» убрать, где-то, альхамдуллах, примириться, и все это делать с таким ниятом в контексте – я это делаю, Аллах Субхану вау, ради Тебя. Я хочу, чтобы Ты меня простил. Я это делаю ради Тебя, так как ты любишь тех, кто... ты любишь прощать, и любишь тех, которые прощают. Это был глилк, это был Ахлак Пророку Мухаммада, саллаху алейхи Знаете почему? Потому что Он спешил. Спешил куда? Спешите, говорит Субхану, вау, к прощению от вашего Господа. Уаджанна, ваджанна, спешите в рай который по величине свой этот рай подобно небесам и земле. Для кого этот рай? Каждый захотел сейчас попасть в этот рай. Небеса, земля, такой большой, великий рай. Нету там, человек там не устает, нету там притеснения. Все, что человек пожелает, там будет. Лика Аллаха, Все, что он захочет, там будет. Для кого этот рай? Уиддат, приготовлен уже, он готов. Лиль для богобоязненных. Какие их сайфати, какие их качества? которые тратят на пути Аллаха в радости, когда хорошо, когда у них все благополучно. бара и в горе. Третье. Подавляют чувство гнева. и которые прощают людей. И Аллах любит тех, которые делают добро. Сура Али Амран, 133-134 ая. Вот эти качества уготовлен рай для этих людей, говорит ат Атиаля. Также Аллах Субхану описывает верующих, какой должен быть истинный верующий, говорит: отдаляются от, от больших грехов, от, отдаляются от непристойных поступков. И когда их берет чувство гнева, они прощаются. Вот только спор возник, да, ты гневный, прошло это, простила, ради Аллаха Субхану простил. Сура Ашура, 37 аят. Уважаемые братья, если у кого-то из нас сейчас есть внутри чувство обиды по отношению к кому-то, или чувство гнева, или кто-то хотел поехать после сегодняшней пятничной проповеди с кем-то разобраться, с кем-то решить вопрос, жестко поговорить, я прошу, чтобы сейчас мы нашими не ушами, а сердцами послушали истории жизни пророка Мухаммеда, что произошло с ним, Яумуль-Ухуд. Что произошло с ним Яумуль <связь> Ухуд? Когда пророк Мухаммад, салям, шел на эту битву, перед этой битвой один человек, которого звали Ибнуль Камиа, он вырыл яму до пророка Мухаммада, саллаху Хотел, чтобы в эту яму Мухаммад, саллаху упал и там его убить. И когда шел пророк Мухаммад, саллаху попал в эту яму, упал в эту яму, Боль почувствовала его спина. Его зубы сломались, когда он упал в эту яму. Я знаю, что каждый сейчас здесь сидящий из вас хотел бы взять эту боль на себя от пророка Мухаммада. И этот неверующий, Ибн Камиа, сверху подошел, когда пророк Мухаммад оказался в яме и начал его убить мечом, обратной стороной меча, хотел его убить, добить хотел пророка Мухаммада, без сейф. Ябкуна, сахаба, никто не может ему помочь, сахабы плачут. Занну Подумали то, что все, когда отошли, он упал, подумали, что убили пророка Мухаммада, что пророк Мухаммад, алейхи умер. Знаете, кто первый подбежал проверить? Абу Бакр, Аллаху Анну. Преданный друг, посланник Аллаха, алейхи самый лучший из сахабов, после, самый лучший из людей после пророка Мухаммада, саллаху алейхи Абу Бакр, пришел к пророку Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям, и видел то, что аль то, что шлем его, с которыми шипами, зашел ему в щеке, да, так он его убил, то, что и все лицо в крови пророка Мухаммада, саллаху алейхи, хотел выдернуть из его лица это шлем, это хуза, эти колючки. И не смог, пытается, не может. И подошел Абу Убейда Джаррах. Абу Убейда мин Джаррах сказал, Аксамту я Аба Бакр, ан с именем Аллаха, клянусь, я Абу Бакр, оставь пророка Мухаммада, саллаху алейхи, мне, да я его вытащу, да я вытащу из его лица вот эти колючки, вот эти шипы от этого шлема и начал вытаскивать, не может. Взял зубами, начал вытаскивать зубами. Зуб за зубом ломается, падает у Абдулла бин Джарах. Абу Убейда бин Джарах. Ярмиха берет зубы, выкидывает, дальше берет, вытаскивает. И он их и он передатчик хадиса. И тогда сказали сахабы, Ламна Абу когда мы увидели то, что Абу Убейда бин Джаррах, все зубы потерял, вытаскивая вот эти شيبي إذ لصاع بروك محمد صلى الله عليه وسلم والله لقد رأينا جمانا في وجهه ما في وجهه كذا هو ده يا تبعي يا الله دل نورمو دل كرسته وبرباه له كرسته في إكراما من الله له وجهه كل الدم والفتحات ديركي محمد صلى الله عليه وسلم في أم العمارة хотела укрыть пророка Мухаммада, саллаху алейхиссалям, женщины, уважаемые братья, женщины укрывала пророка Мухаммада, саллаху алейхиссалям, ее били, ее мечом били сзади куфар, ее, как бананил маталышка, отлетала рука, Одна, вторая, она закрывала вот так пророку Мухаммаду, сказал, только не посланник Аллаха, только не посланник Аллаха, на что пророк Мухаммад, саллаху сказал, ты ты не вытерпишь, ты не выдержишь, ты же женщина. Валлахи утик, валлаху фидан валла Клянусь Аллахом, я смогу, претерплю это, претерплю взамен, я хочу быть соседкой с тобой в раю, я, Расул Аллах. После этого она еще прожила 20, 20 лет. Но такое было положение – Убили дядю пророка Мухаммада алейку, хамза, лаху, издевались над, над верующими. И после всего этого пророк алейку, отошел и что сказал? «О Аллах, прости мой народ! Поистине они не знают! Они не знают, кто я! Они еще не познали, кто я!» С чем я к ним пришел? С радостью, не с, не с грустью. Я пришел, чтобы вывести их из поклонения идолам, из ада в рай, из грехов, темноты грехов, в нур, в свет поклонения. Они не знают, они не поняли, они не осознали. Прости о их, я рад прости их, о мой Господь. Поэтому, уважаемые братья и сестры, бывает, каждого у нас кто-то притеснил, несправедливо сделал, несправедливо поступил. Человек здесь в шайтане юасиме сделает адава, юкаббир аль Бывает то, что из мухи слона делают и так далее. С каждым с нами бывает. С каждым с нами бывает, и мы злимся и так далее. Но в этот момент вспомним о пророке Мухаммада, саллаху алейхи какой он был. Мы говорим, мы из уммы пророка Мухаммада, алейхи Мы любим посланника Аллаха, алейхи Мы любим Аллаха. им любишь Аллаха? والله العظيم لوبيش الله تقدر سمري سبحانه وتعالى إذا يسل تبرف الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم سكجي محمد يسل في لوبيت الله تسليدو يتي زمنوي الله يالله واس بلوبيت محمد صلى الله عليه وسلم نتولك في دياني في в его гилки, в его нравственности следовать за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому человек, который читает Коран и говорит, я не прощаю людей. Брат, у тебя шайтан в сердце. Как ты можешь читать Коран? Аллах говорит, прощайте, не хотите, чтобы Аллах вас простил. Я вам приказываю, прощайте, я вас прощу. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, для нас пример. «Инна лакум хасана». Поистине для вас, посланники Аллаха, красивый пример для того, кто верит в Аллаха в судный день и много поминает Всевышнего Аллаха Субхану и Тааля. Читаешь Кур'ан, брат мой? Читаешь коран сестра моя? сура Юсуф. сура Юсуф, которая больше Джуза. Примерно ее, такая большая сура. Аллах Субхану и Которые близко к джузу. Аллах в конце этой суры что говорит? Когда пришли братья Юсуфа и сказали а алейна, Поистине, я Юсуф, сейчас Аллах тебя возвысил над нами. Мы признаем то, что мы ошиблись по отношению к тебе. Мы признаем свои ошибки. То, что ты детство провел без папы. То, что ты сидел в тюрьме из-за нас. То, что тебя обвинили, то, в чем ты не причастен. Но сейчас ты в такое положение, в обществе, ты министром являешься фильмусор, Аллах тебя возвысил над нами. На что он ответил легко. Мог бы каждую секунду, когда он маленький, остался в темноте, хотел, скучал к своему папе, скучал по своему брату, скучал к своим родителям, хотел покушать из еды то, что его мама готовит дома. Но он находился в колодце, в темноте, его закинули в тюрьму, его испытали, его обвинили в том, что он не является. После всего этого, что сказал, нет на вас вины сегодня. Аллах вас простит. Я прощаю вас ради Аллаха, потому что знаю, то, что Аллах Субхану ва готовил меня за это великую награду. Поэтому, как говорит шаир, старайтесь, я самому себе говорю, давайте постараемся быть похожи на них. Давайте постараемся быть похожи на пророка Мухаммада, асалям, в этом качестве. Давайте постараемся быть похожи на Юсуф. Мы не из них.

Если вы будете обрыв, обрывать родственные связи, это те, которых проклял Аллах. Это те, которых проклял Аллах. «Ля'нахум Аллах Сделал их ама абсару ама абсарахум» Сделал их глухими, слепыми. То есть они не слышат. Кур'ан не проходит в их сердца. Аллах говорит в Кур'ане «Инна халя абсар» و... ولكن, «Поистине слепота» Это не когда глаза не видят, а когда сердца слепые. Вот это человека, значит, незрячий. И после всего этого Аллах сказал, Аллах ослепил их, Аллах забрал их взоры, Аллах сделал их слепыми, глухими. И после этого сказал, неужто они не размышляют над Кураном? Или на их сердцах замки